продолжаем жизнь после. В последней серии мы должны были что-то там ехать, зачистить какие-то гнезда. Поэтому продолжаем кататься по миру. В прошлой серии у нас были Неро, которые проводили опыты над зараженными. Я не знаю, они их вылечить пытались или что они с ними пытались сделать. Опа, как я сегодня четко просто уворачиваюсь. Так, что там может быть? У меня это все есть. А, это наш первое подземелье. Или как это? А, переход. Где мы тогда были с бухарем? Стоп! Вот черт! Засада, засада! Где ты увидел засаду? Эти клоуны. Кто это был? Он был прямо тут. Ладно. Ты попал. Ну лезь уже. Все, есть. Сейчас рванем. Где он? Где кто здесь? Черт, да где же он? Ничего не понимаю. Замедлением не пользуюсь. Давайте вскроем. Лом, хорошо. Пригодится. Где эти клоуны? Пистолет у меня лучше. Он с палкой меня бегал искал. Молодец. Так, в принципе, все. Здесь у нас... Ну, можно было не возвращаться. Стоп. Оглушитель есть на пистолет? Максимально. Так, стоп. Давайте-ка мы отремонтируем вот это.
здесь. Окей. Ну-ка, 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 ну-ка. Не, у нас лучше. Почему калаш под цифрой 1, я не понимаю. Так, 66. Бензин. Давай, вот давай. Так. Ну вот, порядок. Я так думаю, что на медпунктах там не будет больше вот этих прокачиваний всяких. Устойчивости там всего вот, характеристик нам для здоровья. Ось! Это олени, олени. Что-то фриков не видно. Вообще тишина и спокойствие. Там через мост, да? Окей. Опять вертушки. Один километр остался. Кирка. Кирка хуже. А, здесь ничего нет. Я нас зачищал, меня здесь. Сохран, но. Да, он пока сохраниться нельзя. Ладно, едем защищать гнезда, да? По кладбище поездил. То есть я там, наверное, уже был. Зачистил парочку гнезд. Знакомые места. Давай, давай. Пригодится. Короче, игра лутать, лутать, лутать для выживания. Тут ничего нет там полезного. Мне нравится ракурс камеры, то есть очень крупно. Так, я тут забирал все, что можно. А еще давайте проверим вообще, что здесь находится. Заметка номер 1. Я заметочку пропустил. Докладывает агент Синклер. Я на зоне захоронения 13Б. Контролирую разгрузку и утилизацию груза. К этому запаху невозможно привыкнуть. Поезда прибывают без остановки. И имеющиеся зоны загружены почти полностью. Я отправила заявки на открытие новых на федеральной земле. Но вашингтонские бюрократы перестали отвечать на мои звонки. Видимо, у них есть дела поважнее. Примечание для Перкинса. Я была права, урод. Да, сначала мы лажанулись. Стали копать здесь, а не в секторе 13А. Но в итоге мы только выиграли. Помнишь, мне пришлось спорить до хрипоты, чтобы эту зону придержали на потом. Я знала, что тут будет ад. Но мне никто не верил. А теперь ты во всем поверил. Ну да, мы верим. Господи.
я тут был. Ездил тогда. В первых сериях. И даже где-то здесь я не спас человека, да. Надо исправить эту ситуацию. Заново спасти. Сборище насильников, воров и убийц. Что вы тут делаете, а? Новую жертву себе высматриваете. Утопили его все равно. Ну что это за бред? Ну как спасти его, а? Они все равно утопили, я не знаю. Надеть миллиметровый пистолет. Еще и патроны потратил, человека не спас. Блин. Ай. Почему так опять криво все происходит? Ладно, все, уезжаем отсюда. Нет-нет, это в той стороне. Я, видно, когда на кладбище поехал, да, я там, видно, где-то не зачистил. Вот она и осталась. Ладно, серия будет такая вот. Надо сжечь оставшиеся гнезда. Не знаю, не получается. Слишком палит. Один промах и начинает огнить. Поставить от минобора зоны прямо, да? Прямо. То есть где-то здесь гнезда. Ну давайте полазим. Шака нету. Тут где-то еще стрельба идет. А вот это интересно. Питерскин орген, воин траппер. Где-то здесь показывает прям. Что-то надо исследовать. А, вот. Тело. Так она ничего не дает. Значит, это по миссии надо будет, наверное, скорее всего. Ладно, пойдемте сейчас посмотрим, где тут гнезда. Ох ты, Игорь Мадрид. Там живой. Давайте-ка испробуем вот это, пепельные болты. У него должен сагриться все зомби. О, на него агрится. Прикольно, на него агрится. Это еще что? Кто-то попал в ловушку? Спасите! Я пустой.
Спокойной ночи. Хедшот. Давай, давай. Все будет хорошо. Эй, угу. Слушай. Водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи. Так мы же далеко от лагеря. Давайте Hot Springs, 200 баксов. Как бы... Тут, просто 200 баксов и все. А Коупленда все-таки еще и 500 этого. Ну, давайте. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там давай безопасно. Я думал, мне конец. Представляешь? Окей, давай, все, брысь, иди. Спасибо тебе. Дальше. Большое тебе спасибо. Ладно, остальные сожгу. Скажи им, Дикон. Дикон Сент-Джон. Беги, старайся на глаза не попадаться. Вы сейчас скажете, опять он начинает лазить по машинам. Да. Вот такой человек. Максимально всего. Черт, патронов мало. Вот так. Хедшоты. Хедшоты, тренируемся хедшоты раздавать. Угу, максимально, да? Так, это все хорошо. А где на кладбище здесь у нас будет гнездо? Где нам найти гнездо? Вон гнездо, все. Нормаль, нормалек. А показывает там. Ну вообще просто вот великолепно. Ну-ну-ну-ну-ну, ближе, 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 ближе. Чего я ж... Какой фугас, я бутылку. Блин. Пипец. А что такое? Что за баги с игрой? Почему мне... Я не понял, а что такое? Почему я не могу взять? Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Что за тупизм? Это бред, на самом деле. Я выбирал бутылку, а он бросил этот снаряд. И как мне сейчас уничтожить? Yeah.
Но бутылка не выбирается, алло. О, неужели? Опять фугас. Почему бутылка не выбирается? Вон он не целится бутылкой. И что это? Как это называется? Ну как мне уничтожить, если баги игры? Так, ладно, сейчас выйдем, сохранимся. Пробежим к этому, к байку. Погода портится. Я перезашел сохранение. Давайте посмотрим, вообще можно выбрать бутылку. Но что это за бред опять такой, а? Как поджечь тогда эту? Это все из-за того, что я не могу бутылкой пользоваться. Шесть патронов. Зашибись. Давайте осколочная граната. Я не знаю, как эти гнезда уничтожить. Ну не, надо не выбирать коктейль молот. Ну что за бред? Не бойся, Альварес. Брошу тебе на съедение. О! Это из-за багов. Как-то ремонтово. А, я еще и сломал эту кирку свою. Замечательно. Просто супер. Как-то ремонтово показывает. Пригодится. Я не знаю, какой пригодится, но... Ну что такое? Уже коктейли Молотова нету. То есть, понимаете, я тратил время, тратил ресурсы, сломал себе холодное оружие, которое было классным. Я не посмотрел. Ради чего? И что, мне теперь опять искать? Кстати, там какие-то рецепты есть. Давайте топор возьмем пока, хоть что-то. Ты чё ешь своих, а? Я забыл, что кирка закончилась, ё-моё. Одна из самых лучших кирок была. Так, давайте возьмем вот эту задачу. Угу, побочно. И потом лагерь Коупленда сгоняем. Жечь труп Альварес. Хорошо. А как я его сожгу?
Вот говнюк. Жалко девушку. Она же наша. Ну как я сожгу опять? Ну что такое, а? Короче, походу багует. Давай фугас. Успокойся с миром. Они больше тебе не страшны. А, это на пока. Она же наша. Продолжить. Задача Леон — вор-убийца. К тому же за его голову значит награда. Продолжить. Доступно. Заказы наклейки. Деталь погони за Леоном. Сюжет. Так, я вернулся туда, где Леон убил Альварес. Я сжег ее тело, иначе оно бы досталось фрикам. Мы уже убедились, как не закапывают труп, эти твари все равно его откопают. Точно откопают. А что насчет Леона? Да, черт с ним, пусть жрут. Так. Хорошо. Так, здесь небезопасно. Опять нас в какой-то точке указывают. Осмотреть Мэрин Фокс в поисках выжившего. Нет, а где наш Коплин, лагерь Копленда? Поставить метку. О! Вот оно что. Давайте мы туда сгоняем. У нас ни патронов не осталось, ничего. Так, стоп. И что это? Бухарь, слышишь? Вот это! Заспавнился прям перед носом. Ладно, так о чем была речь? Датик. Я позаботился об Альварес. Спасибо, брат. Она бы поступила так же. Да, ты прав. Конец связи. ХП потерял только. И все? Ради этого? Так вот будет с вами. Все, идем к байку и едем отсюда. Давайте стрелы вот эти специально для фриков. Едем, короче, в лагерь Коплин. У меня патронов, правда, нету. А то нам не какие-то задачи вешают. А я не хочу. Да, можно было в ушах там одеть. Ай, как не восстанавливаться. Без волков. За мной. Орала. Там же какой-то новый вид волков появился. Целый лагерь, бродяг. Это вы меня подстеречь пытались. Вон где лагерь. Нет, все, мы едем к Коплингу.
Посмотрите, что нам мотоцикл вообще не нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам нужно топливо. Нам нужно топливо. Где топливо, а? Всё нельзя брать, всё нельзя брать. Я топливо могу хоть взять, а? О, таблеточки. То есть она почему-то фугас показывает мне через бутылку. О, наконец-то мачете. Топор, да. Топор нам не нужен. Где-то что-нибудь хоть можно взять, а? Нигде это топливо нет. О, есть. Все, бежим. Чего гадил мне? А чего на мусорках вообще прятаться? Какой смысл? Никогда этого не понимал. Вот так. Вот порядок. Угу, нам поехать направо вверх и потом свернуть на левую сторону. Хорошо. Ну типа все по дороге же надо ехать. Один есть! Ухи фриков нам помешают.
свет осталось. Хочу доехать, посмотреть, что там вообще нам. Может, из оружия, оборудования какого. Ай-яй-яй-яй-яй. Открывай! Дик приехал. Открывайте, ему можно. Конечно, можно и нужно. Как дела, Дик? Получше. Думал, что ты так зачастишься. Зачастишь? Эй, Дик. Закрывай ворота, дура. Запчасти нужны? Найдутся. Характеристики двигателя у нас стоит. Самый лучший, наверное, походу, у меня все стоит. А, то есть у нас еще не... кофры не могу. Будем доверие. Замечательно. Так. Третий. Азот же у меня есть. А почему пишет, что азота у меня нету? Так, дизайн, окраска нам... Буду это... ждать. Стоп, нам знаете, что давайте мы его заправим. Так, окей. И починим. Просто супер, да? Хорошо. Пока. Эй, привет. Пока все. Один. Марк Колтон. Здорово. Привет. Ну давайте мне это. Ты без дела не сидел. Пока что это все. Ну ладно, бывай. Пока, Джейзи. Это все? Стоп, а где у них оружие? Как дела? О, привет. Торгует. Что тебе нужно? Припасы. А, у них только припасы. Второй, так, улучшение купить. Это давайте. Тебе точно нужно. Окей, боеприпасы. Класс. Купим. Так, максимум боеприпасов. Глушитель. А чертежи? Где мне чертежи использовать? Заходи в любое время. Ну, пока. Так, ну что, едем за основным заданием. Погоди-ка, я сейчас. Байк заправлен, если мы готовы. Я им людей приволок, то есть все, и уровень доверия все равно еще не повысил. Нормально, не доверяют мне. Сюжетные линии, охотник, Хорс Крик, стимулирующая микстура, новый рецепт, оба-на. Давайте-ка, может быть, ее. Стоп. Скорее всего, это тот лагерь, который я проехал мимо, да? Да. Давайте устроим там зачистку. Что есть. Пока у нас полно патронов, аптечек. Я знаю, что мне рад. Я вам тоже очень рад. Я скоро на вас охоту устрою. Надо бы устроить. Почему я ж азот ставил себе?
вряд ли бы байк так поднялся бы в гору. По мокрой дороге. Все подключим. Так, уже вижу, снайпер сидит. Блин, ну так он не щипнет. Давайте-ка. Задний ход. Попробуем обойти сбоку. Зачем лезть напрямую, правильно? Попался. Вот надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Ныкаемся. Так, это был последний. Как я так промахнулся, а? Что-то видел. А нормально, я их чуваков завалил. Тут кто-то ходит. Кто тут ходит, а? Черт, в кого-то попали! Убивать намадов, да? А как вам такое? Вот говнюк, а? Эй, что? Вот и все. Нету никого. Thank you.
Как вообще его тут? Снайперская винтовка на арбалет меняется. О, не хочу я меняться. Ну да, она как бы крутая, все. Так, туда спускаться не буду. Дальность огромная. Почему, наверное, на автомат нельзя поменять, а? Это плохо. Я бы с арбалетом с удовольствием ходил бы. Он мне много помогает. У них вообще люди погибают, они такие, а кто там ходит? Какие новости? Блин. Люк здесь, я понял. Люк Бессон. Далековато. Черт возьми! За черт! Что? Мертвый? Нет. А запасли мертвые. Все из-за того. Вон еще одна сволочь. Но все, не уйдешь. Специально даже деревья. Тихо и спокойно почитался. Это враг или нет? Это люди! Снайпер! Снайпер! Какой снайпер? Я обычно стрелок. Вас тут много, я думал, вас... Бежим! Клаш перезаряжай. Я думал, там все уже, не так много их. Знал бы, так я бы с арбалета почикал. Ладно, экшончик немножко добавим. Видимость вообще плохая. Однако не досталось. Легла. Как она четко? Всех уложил. Вот так вот. Теперь уже вас застали врасплох. Что нравится? А, у таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Я прям ведьмак какой-то. Ведьмак собирать. О, самодельный мачете. А, она хуже. Вон та была у меня булава. Прикольная.
из-за баганутости игры. Я бутылку убираю, а он показывает мне, что я швыряю этим. Так. Все, все бутал. Там-то какой-то я вой слышу. Мне надо байк подкатить. Где-то здесь. Вон он. Свободный Орегон. Правда освобождает. Многие из вас не застали времен Холодной войны, но те, кто жил тогда, знают, каково это. Услышав в небе самолет, люди всякий раз замирали от мысли: началось. Сейчас на нас бросят атомную бомбу. Ну и красная угроза, конечно. Каждый гадал о своем. Засадный Лайхорс Крик. Окей. Все, коупинг мне повысился. Задача мародира устроить садного гиря возле крупных дорог. Нас не забраться. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, новый рецепт доступен. Охотник на засады. Что нам? Дымовая бомба. Просто, я просто рад. Так, хорошо, я очистил лагерь. Так. Очки у нас есть? Нет, он здесь небезопасно. Я думаю, что мы сейчас поспим. Охотник. Соседи, кто он? Американский патриот или коммунист? С доверием тогда было туго. Покойный отец научил меня, что в тяжкие времена спастись можно только под землей. Первый бункер я построил с ним. Но мы не могли копать убежище прямо во дворе, на глазах у соседей. Пришлось вырыть его в лесу, подальше от дороги, где никто бы на него не наткнулся. Если у тебя есть бункер, пусть хоть вся страна летит вверх тормашками. Ты просто откроешь люк, спустишься по лестнице и окажешься в безопасности с радио и хорошим запасом еды и патронов. Ничего не меняется. Лучше копать бункеры, чем могилы. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Так, ну что, на этом... Да, Коп. И как? Помогло это ребятам из того бункера, который я только что зачистил? Не очень, видимо, потому что они умерли задолго до того, как я приехал. Как Всё. Бухарь говорит, койка зовет. Ложимся отдыхать. Всем до следующей серии. Всем пока.